я вакцинировалась. Вакцинация – это залог нашего здоровья в будущем, поэтому вакцинироваться необходимо обязательно. Это залог вашего здоровья и здоровья ваших близких. Что бы вы пожелали тем, кто еще не вакцинировался? Постараться не беспокоиться об этом, проконсультироваться с терапевтом, если имеются какие-то вопросы по заболеваниям, каким-то имеющимся у вас болезням. И все. И идти смело на вакцинацию. Это больно? Нет, это не больно.